Мнение о следующей игре. Bueno, será un juego... Будет очень интересная игра, несмотря на то, что у Крыльев сейчас не очень хорошее положение в турнире таблицы. Это очень хорошая команда, очень сильно играет. И все люди в городе работают на команду, помогают команде, и будет очень интересный матч. Крылья тоже хорошая команда, мы готовимся, они тоже сейчас хотят очко брать, но нам тоже очень важно очко брать, ну, поэтому мы сейчас очень хорошо готовимся. Я думаю, для нас это очень важная игра, мы 3 очки возьмем, дай бог. Настроение в команде какое сейчас? Bueno, yo pienso que el equipo está bien. Думаю, что в команде все хорошо. Самое главное не зацикливаться на играх, которые мы уже сыграли. Надо просто извлечь из них уроки, а думать только о тех играх, которые будут впереди. В целом в команде все хорошо, игроки чувствуют себя нормально. Мы готовы к следующим играм. Ну, сейчас хорошая, ну, не очень, говорю, после поражения ничья. Но надо сейчас для хорошего настроения победа нужна.